Танцор Евгений Смирнов, участвовавший в кастинге шоу «Минута славы», шокирован резкими замечаниями Ренаты Литвиновой. Вчера в шоу «Минута славы» разгорелся скандал. Танцор Евгений Смирнов, который потерял ногу в автомобильной аварии, вышел на сцену и станцевал вместе со своей партнершей. Судьи отреагировали по-разному. Рената Литвинова, которая является членом жюри, предложила танцору пристегнуть вторую ногу, чтобы его увечья так резко не бросалось в глаза. Евгения эта фраза оскорбила. В интервью, которое он дал после выступления, он не скрывал своего разочарования. Танцору стало обидно, что некоторые члены жюри воспринимают его лишь как инвалида. «Мне обидно, эти слова услышала вся Россия. Да и вообще, слышать в свою сторону эти реплики. Ампутант, не ампутант, какая разница?» — высказался молодой человек. По его мнению, указывать это было попросту унизительно для самой Литвиновой. Также Евгений признался, что после участия в разных проектах на телевидении может сказать, что на «Минуте славы» к нему отнеслись хуже всего. Несмотря на это, танцор планирует дальше участвовать в проекте, чтобы доказать, что он не просто ампутант, как его назвала Литвинова, а настоящий профессионал. Понравилось видео? Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии, делитесь видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе последних новостей.